Здравствуйте, друзья. У нас стоит холодрыга. И ближайшую неделю будет. Все майские, скорее всего, тоже холодно, поэтому на что-то надеяться глупо, на хорошее, но на рыбалку-то охота. Приехал я. Это северный берег Финского залива. Недалеко от города Приморск. Речка Ермиловка. Я вот сейчас накачал лодку, спустил лодку и пройду туда, в залив. Здесь вот ловят на удочке. Это Приморское шоссе идет. Ну, дядька вот вчера, говорит, крупный окунь ловился. Сегодня тоже у него такие с ладошку, 3 штучки пойманы с утра. Время 8 утра. Потому что там ветер на заливе с барашками. А здесь все-таки с реки спокойненько я выйду и по подветренному берегу пойду. А что будет, покажу. Ладно, пойдем. В устье встал тут. Рыбаков много, слушай. Ну так вот здесь пока стою, еще не видел, чтоб что-то кто-то поймал. На моторе вот вышли. С реки. Ну, здесь удобно выходить, потому что волны нет. Речка хоть и мелкая, я не знаю, когда отлив тут как. Потому что глубина буквально метр. Здесь вот в устье. Сейчас постою. Половлю. Если половится. Так, вышел ножки размять. Да. Тут местечко зато такое хорошее. Камыш такой. Полазать вот тут летом забродку. Тут не глубоко. И дно песочек. Дно песчаное, не топкое. То есть на фидер, конечно. Но если вот только там вот с мысочка покидать. Там на мысочке вообще место шикарное. И ольхи растут. Единственное, что, конечно, насменячено. Ну, потому что шоссе рядом, он шумит тут. И летом тут кому не попадя болтается. Ну, так, место хорошее. Там у речки поклевывает. Я где в устье стоял, там и с берега нифига у них не ловилось, и у меня нифига не ловилось. Ну, такая плотвичка попалась. Порезал на наживку. Сейчас попробую, может, с подсадкой. Я опарыша взял, а червяка забыл, главное. Они на червя там ловят на речке. И у моста там ловят. При мне там грамм на 400, на 500 окуня поймал мужик. Карася такого крупненького с ладошку. И так плотвички, окушки так периодически проклевываются. Ну там такая обраточка маленькая у моста. И видно, рыбка крутится. А по всей реке вниз, вот в устье, там уже ушли все, никого нет. Вот, а здесь видно, вот машины подъезжают. Песочек такой. Единственное, не ловится нифига. Не, ну будет тепло, рыбка подойдет сюда, я думаю. Вот. Ну и сейчас на речках везде такая ситуация. То есть люди как бы соскучились по рыбалке-то за зиму. Поэтому людей везде много, что на черной речке. Я на черной был, но что там показывать? Там этих 10-20 ельцов поймаешь. Холодно, она идет, рыба, но не клюет ни хрена. То есть она может так пройти и не питаться, потому что... Чтобы ей питаться, надо, чтобы все-таки температура воды была повыше. Да и не реститься, а ей тоже температура нужна. Поэтому такая растянутая весна будет. Но с одной стороны, хорошо. А то как влупит тепло, и сразу там вообще аншлаг полный на Черной речке. А так люди приезжают, хоть душу отведут, как говорится. Порыбачат в удовольствие, поймают там на сковородочку. А куда больше-то? И на Черной, говорю, такая ситуация. Вот на Ермиловке. И на Гороховке, я думаю, то же самое.
Вот на небольших речках там рыбка есть, но без как бы без ажиотажа такого. Ладно, пойдем половим. Здесь вот затишье такое вдоль берега. А там дальше с барашками волна. И все ходят на катерах, ушли туда вот. Там рифовый такой остров, островок такой, остров хороший. И там и судак, и окунь. Но не на моей лодке. Она так, лодка хорошая, это пеликан 2,8. Но когда вот образуется волна, вот на носу образуется волна, и окатывает брызгами с ног до головы. Некомфортно. Ладно, пойдем. Да есть. О, блин. Упирается. Прямо рядом с берегом. Лещ, наверное. У меня на этой удочке маленькая мормышка. Фосфорная. Три опарыша подсадил. Ну, на леща запрет на Финском заливе с 20 мая. На озерах с 1 мая и реках. Не знаю, на черную речку успею за лещом съездить до запрета. А нет, так после запрета. Блин, лещ точно. Меня ветром тащит. А спиннинг мягкий. То есть ему слабину. Баба! Красавец! Парыша. Лещик. О, какой красавец. Вот килограммчик есть. Закоптим. Я, правда, за окушками ехал. Покоптить хотел. Лещ тоже хорошо. Берег идти, пока меня не это не уволокло. Ну, я ловлю вот жиголовка 5 грамм, а спиннинг цепляется. Хорошая жиголовка, острая. А тут выше мормышечка на поводке, а спиннинг от Максимус легенд. Их знает. От 1 до 7 грамм, 1,9 метра, отлично. А вторая удочка потяжелее, то есть тут 15 грамм жиголовочка, тоже мормышка. Такая вот лодочка. Даже без насадки окунь на нее ловит, как микроблесенка. Ну или сажаю вот филеечку. Здесь корюшка тоже заходит в эту бухту. Может и корюшка взять. А здесь твистерок такой. Уже эта джиголовка вся побелела.
Ну, зацепов нету, поэтому они подолго служат. А чаще валяются в коробочках по 10 лет. Ладно, сейчас достану ножичек, надо эту отцепить крючок. Если хуянит, да уходить в берег, а то сейчас меня унесет вон туда, где волна самая. Рядом с берегом буквально. Но он сейчас и подходит к берегу. Он как бы изучает места, где будет нереститься. Вот. А там Балтийская, населенный пункт. Я там зимой проходил, так там все в сетях. А сейчас тем более будет все в сетях. Нифиг там делать. Лучше уж по этому берегу. Здесь хоть как бы отдыхающие приезжают. Так они и уезжают. А там живут эти местные аборигены. Сетки все лето стоят. Там уже все травой заросшие. Ну им особо как бы воды жить, я считаю. Рыбки-то как бы грех в магазине покупать. Вот. Просто ж многие на продажу пловят, а это уже, как говорится, неправильно. Ладно, пойдем дальше. О, давай. Красавчик. Да, что-то мелковатый акушарик-то. Ну, хотя коптить вот самое то такого. Акушка. Он запросаливается быстро. И коптится. А то крупного окуня коптишь там или судака. Я разрезаю даже на куски, потому что, ну, в середине он нифига, как вареное мясо обычно. Ну, что-то покрупнее. Красавец. Ну, не слишком крупнее, но такого уже можно и поджарить. Так, ну что-то буду я заканчивать. Дождь пошел. Дождь как пошел, сразу ловиться перестала. Ну ничего, мы уже вот. Рыбки поймали. Щишки, окуни. Красота. Сейчас посолим. Потом покоптим. Так что, хорошо порыбачили. Ладно, всего хорошего, друзья. До свидания.